раз я здесь, с Романа, в Москве, для Юрус-ТВ. Здесь находится Дарья Дугина. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. Пожалуйста, что вы хотите сказать? К европейцам. Да. Здравствуйте. Я сейчас только что закончила университет, философский факультет. Я занималась проблемой власти в платонизме, занималась вопросом соотношения иерархии в душе и соотношения иерархии в государстве. Дело в том, что сегодняшняя ситуация в Европе, она катастрофична. Все ценности, все модели, все иерархии перевернуты. Дело в том, что сейчас Европа вошла в фазу общества потребления. Это общество спектакля, это общество обмана, лжи и фальсификации. Изначально Европейский Союз, начиная от идеи Шарля Голля, Великой Европы, от Атлантики до Урала, строился на интересах своей страны, на интересах суверенитета, на интересах геополитического выбора и сохранения национальной идентичности. Сейчас Европейский Союз более не является самостоятельной организацией. Европейский Союз сейчас представляет организацию антидемократическую, антиевропейскую. Это совершенно искусственное либеральное образование, сделанное для того, чтобы подавить волю европейцев. Дело в том, что Европа сейчас находится в сне. Это время сна, это время тотальной деградации, которая навязана извне. Этот сон, проблема в том, что этот сон контролируется. Примерно так же, как контролировался сон и мысли у Джорджа Оруэлла в произведении 1984. Ваш сон контролируется, вы не имеете права даже мечтать. Всякая ваша мечта должна быть проанализирована Министерством контроля Соединенных Штатов Америки, которое не допускает никакой цветущей сложности культур и выступает исключительно за полную унификацию, глобализацию. С философской точки зрения, такая глобализация и унификация – это реализация постмодернистского проекта, заложенного еще в 60-е годы, 70-е годы, в произведениях Делёза, Гвадари, а также Фуко. Идея постмодернистов была создать некоторое ризматическое пространство, в котором отсутствует центр и иерархия. Постмодернисты выступали против иерархии. Они свергали свое правительство для того, чтобы избавиться от этого центра. Но что мы видим сейчас? Они пытались избавиться от всякого центра, но сейчас таким центром и такой иерархии, вместо иерархии коммунистической, фашистской, фашистской или коммунистической, заняла место иерархии либеральная. Я видела в Европе музей жертв коммунизма, музей жертв фашизма. Mm-hmm. Я это вижу. Это действительно жертвы, это действительно были тоталитарные режимы, которые уничтожали, которые имели свои недостатки. Но почему нет музея жертв либерализма? Mm-hmm. Потому что либерализм во всей своей политической игре уничтожил гораздо больше людей, гораздо больше народов, гораздо больше государств. По сути дела, сейчас мы находимся в фазе либерального тоталитаризма. Европа преодолела фашизм, Европа преодолела коммунизм, но она не преодолела либерализм. Yeah. Таким образом, сейчас очень важно понять и осознать, что Европейский Союз – это организация абсолютно либеральная, организация тоталитарного американского талосократического контроля над Европой. Европейцы уже сейчас начинают понимать, что нужна альтернатива. Нужен союз, безусловно. Европа – это территория Римланд. Европа – это территория множества культур, которые могут быть объединены на основании общих истоков. Но на каких принципах? Возможно, на религиозных, возможно, на культурных, возможно, на политических, но никогда не на экономических, потому что экономика унифицирует все культуры, превращая цветущую сложность культур в единое пространство ризматического общества потребления, да, ризматического плато. Сейчас в Европе я видела, что все политическая игра ведется со стороны левых, которые выступают против правых. Но это игра системы. Проблема в том, что это разделение искусственное. Ален Делино писал об этом. Когда его называли экстрем-друат, он говорил: нет, я не экстрем-друат, я не крайне правый, потому что я против этого искусственного разделения. Мы должны бороться против этого искусственного разделения, потому что объединение Европы возможно на геополитическом выборе. Европа должна сделать свой выбор: быть социалистической державой или быть ближе к континенту. У Европы нет возможности сейчас сделать этот выбор. Европа находится в... это диктатура.
либеральная диктатура. Европа не может выбрать это. Но я уже вижу в Европе те силы, которые потенциально могут совершить это восстание против, против такой либеральной структуры. Интересно, что недовольство растет. Греция показывает, например, Греция является примером такой неграмотной политики Европейского Союза. Тот кризис, который сейчас случился, затронул широкие слои населения. Я возвратилась из Греции 2 дня назад. Я говорила с людьми на улице, я говорила с людьми в такси. Все они говорят, что Европейский Союз – это организация, навязанная им. Они никогда не хотели быть в Европейском Союзе. Им не интересуют экономические ценности. Их интересует сохранение собственной культуры, народа, право на свободу слова. Но Европейский Союз лишает их этого права. Вот. Но скажите мне, почему это разделение лево-право, да? Почему в Европе это хорошо видно? И почему в России я почти это разделение я не вижу? Потому что... Здесь, в России, я не могу сказать, очень сложно говорить, кто левый, кто правый. Это очень сложно. Я поняла. Да, действительно, вот вы правильно заметили, совершенно правильно заметили, что в России действительно нет такого жесткого разделения на правых и левых. Ну, во многом это зависит от нашей культуры, конечно. У нас, наша культура не является столь национальной, как европейцы. То есть у нас всегда полубрезище, полусонное состояние, состояние мечты, состояние... некоторое такое вот пространство онирического, да? Онирического пространства сна. Но не только. Дело в том, что Россия мыслит геополитическими терминами. Россия мыслит геополитикой. Путин мыслит геополитикой. И он и не влево, и не правый, потому что у него есть геополитический выбор. Он сделал геополитический выбор в пользу континента. Да. В пользу Великой Евразии. Да. А в Европе, к сожалению, к такому геополитической постановке проблемы ориентации партии еще не подошли. Подходят, уже есть некоторые попытки. Я уже видела некоторые попытки соединения правого с левым. Но это очень сложный процесс, потому что левые говорят, что мы не хотим общаться с фашистами, а правые, так называемые фашисты, которые уже ничего не имеют общего с фашистами, они просто защищают национальные интересы, они говорят, что мы не будем с левыми, потому что левые выступают за теорию гендера, и мы не хотим иметь 58 там, гендеров, да, трансгендеров. Да. Вот. Таким образом, Европа еще не вошла в фазу геополитики, и ей не позволяют это сделать. Ее обманывают культурной гегемонией, насаждая ценности, которые ничего общего не имеют с Европой. И поэтому внимание населения в Европе переключается с геополитикой на другие вещи. Экономика, смотрите, вот конкретные факты, вот цифры. И больше мы не мыслим в Европе парадигмами. Но есть фронт противодействия этого, и вы тоже являетесь фронтом таким. Это очень приятно видеть, что в Европе есть такой резистанс, и я надеюсь, что этот резистанс перейдет из фазы резистанс и дефанда ла валер в активную фазу, и это уже будет как бы брандер ля пувар, и уже как бы ле фон дю монд либераль, конец либерального мира, ле фон дю монд, и начало нашей прекрасной эпохи многополярного мира. И скажите, Дарья, пожалуйста, вы живете в России? Да. Но да. Я читаю, что вы патриотка, да? Да. Русская патриотка. Да. Это прекрасно. Россия – это диктатура, потому что на Западе много людей думают, что Россия – это фашистская диктатура. Да. Что вы считаете себя в России как свободная девушка, или вы думаете, что Россия – это диктатура? Да, я как-то, когда приехала учиться во Францию на год, я открыла в самолете газету «Фигаро», да? Открываю, и там была такая статья «Путин, великий диктатор», что-то в таком духе. Я закрыла ее, посмотрела, так, что происходит? Приехала во Францию, посмотрела все газеты, увидела, что действительно есть такая пропаганда. Она ничего не имеет, ничего общего. Я живу в свободной стране. Я жила во Франции, я чувствовала себя в диктатуре. Я не могла сказать, ну, я могла сказать слово «Путин», конечно, в кафе, но когда я говорила «Путин или Россия», на меня очень смотрели странно. Очень европейцы даже шептали иногда слово «Путин». Дело в том, что я живу в России, я чувствую себя более свободной, чем тогда, когда я жила в Европе. Я имею больше свободы слова. Что значит диктатура? Нет, это не диктатура, это свобода. Вы говорите о демократии, Соединенные Штаты Америки говорят о демократии, у нас демократия. Да, я вижу, да. Окей. Спасибо, Дарья. Спасибо. Очень приятно, что мы в
конце все друзья друга. Да. Очень приятно. Да. Я желаю развиваться вашему каналу и действительно перейти из фазы дефаундера и резистанс в активную фазу взятия власти. Куда-то. Спасибо. Я шучу. Спасибо. Спасибо.